На десерт у меня будет такой салатик из фруктов. Ананас я взяла. Выберите свое количество. У меня баночка нарезанного ананаса. Два банана, апельсинку, винограда, ну, примерно 1,5 стакана. Мне нужно будет кокосовой стружки, где-то примерно ложки 3-4. Маршмеллоу, стаканчик. Потом мне нужен будет миндаль тертый. И мне нужен будет йогурт несладкий. Вот такой будет у меня незатейливый десертный салатик. Сейчас я начну его готовить. Для начала я потру миндаль на терке. Занятие, надо сказать, малоприятное, тереть на терке миндаль. Если вам будет удобнее потолочь его скалкой, то лучше это так, наверное, сделать. Я еще раз повторюсь, что я точное количество ингредиентов не оговаривала. Каждый по своему вкусу, все что любит. В общем, я взяла миску прозрачную, стеклянную, и буду туда собирать этот салат. Я покрошила апельсин. Теперь я сюда добавляю виноград. Добавила банан, маршмеллоу. Так, теперь миндаль. И кокосовую стружку, так как снимать одно неудобно, примерно насыплю вот так вот ложки 3. Ну, по желанию, можно и больше насыпать. И заправим йогуртом несладким. Вот так выглядит этот салатик. Очень вкусный. Сверху можно еще посыпать кокосовой стружкой. Ну, все, все готово.